Внимание! Слушайте! Смотрите! Радуйтесь! Мы начинаем! Пусть некоторые скептики скажут, что чудес не бывает. Но под бой курантов именно они будут торопясь сжигать бумажку с заветным желанием над бокалом шампанского. В новогодние праздники принято наряжать елку, дарить подарки и ходить в гости. Дети делают новогодние игрушки и ждут прихода Деда Мороза, чтобы прочитать стихотворение и получить заветный подарок. И пусть в этом году предновогодье проходит немного в другой атмосфере. Все мы ждем Новый год и верим, что волшебство случится и самые заветные мечты обязательно сбудутся. Заволжский моторный завод. Коллектив этого известного не только в городе Заволжье и Городецком районе, но и в России предприятия, как и все россияне в преддверии Нового года, готовятся к этому празднику. Проводятся конкурсы новогодней игрушки, самые необычные маски сказочных новогодних персонажей. Проявляются творчество и актерские таланты в конкурсе новогодних видеопоздравлений своих коллег. В конце декабря 2020 года были подведены итоги конкурсов новогодней маски, игрушки и видеопоздравлений. Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Ай-яй-яй! Вот агазить какая! Ай-яй-яй! Вот агазить какая! Дорогие моторостроители, пусть в наступающем новом году у вас всегда будут здоровый дух в здоровом теле. Но маски уж всем надоели. Друзья, что не дадут упасть ни телу, ни духу вашему в грязь. Любовь согревает большая, чтобы как космос без края. Зарплаты круглый год, чтобы увеличился доход. Успехов в труде и движения вперед. И удача всегда пусть с вами идет. С Новым годом! Дедушка, а ты к нам летом придешь?
Жюри высоко оценило все работы участников, а лучшие были отмечены призами и почетными дипломами. Так, в конкурсе новогодних игрушек под девизом «Украшаем праздничные городские ели вместе» конкурсное жюри оценило детское творчество и выбрало лучшие работы. В результате были выявлены 15 победителей-призеров в возрастных группах от 3 до 15 лет. Новогодние игрушки, снежинки и хлопушки, а также много других поделок, выполненных детьми моторостроителей, в конце декабря украсили городские красавицы ели. Новый год – волшебное время. Время загадывать желания и время им исполняться. Но это еще и хороший повод обернуться назад и вспомнить лучший момент уходящего года. Так каким же запомнится 2020 год для коллектива моторостроителей? В январе 2020 года ПАО ЗМЗ награждено благодарственным письмом Городецкого района за большой вклад в укрепление социально-экономического сотрудничества и добросовестное выполнение договоров Содружества. А новогодние елочные представления в Дворце культуры города Заволжья посетили более 1100 детей и моторостроителей. В феврале Совет молодежи ПАО ЗМЗ принял участие в районном конкурсе для работающей молодежи. В этом же месяце в социальной сети ВКонтакте была создана информационная группа «Заволжский моторный завод». И сейчас в ней уже более 1500 подписчиков. В марте Совет молодежи и женщин провели отчетно-выборную конференцию, а завод «Росолит» успешно прошел наблюдательный аудит СМК на соответствие международным стандартам. В апреле и мае ЗМЗ пережил и успешно преодолел первую волну коронавируса. Корпоративная жизнь переместилась в онлайн-формат, что не помешало проведению культурных, спортивных и творческих мероприятий. В сентябре детям моторостроителей вручены школьные наборы для подготовки к новому учебному году. А для студентов ЗАМТ организована учебно-производственная практика в структурных подразделениях ЗМЗ. И, конечно же, лучшие сотрудники промплощадки ЗМЗ получили признание и награды в честь профессионального праздника Дня машиностроителя. Непростым выдался для коллектива ЗМЗ октябрь 2020 года. Вторая волна коронавируса. Большая часть работников переведена на дистанционную работу. Социальная дистанция, санитайзеры и маски, маски, маски. В ноябре промплощадку ЗМЗ с рабочим визитом посетила делегация районных и городских властей во главе с новым главой МСУ Александром Юрьевичем Мудровым. А в декабре Заволжский моторный завод самым первым в городе разукрасила новогодние иллюминации предзаводскую площадь с нарядными елями, центральную проходную и инженерный корпус. И это не все, чем может гордиться предприятие в ушедшем году. Перед новогодним боем курантов страна ждет главного поздравления – праздничного обращения президента. Так и в нашем фильме самые теплые поздравления от руководителей моторного завода, руководителей города Заволжья и детей моторостроителей. Уважаемые коллеги, вот и заканчивается 2020 год, и наступило время подвести его итоги. Год был по-настоящему непростым, год был сложным для завода, для каждого из нас лично. Десятки наших коллег переболели вирусом COVID-19, некоторые попали в больницу, а несколько человек болеют сегодня. Желаем скорейшего выздоровления. Мы столкнулись с небывалым падением объема производства и продаж в отрасли, что стало настоящим вызовом для нашей команды. Но дождь не может идти каждый день, наступят ясные дни. Так и у нас. В последний квартал уходящего года мы видим восстановление объема производства. Количество заболевших сотрудников, хоть и медленно, но снижается. В этом есть заслуга каждого из нас.
строгое соблюдение дисциплины и требований, которые предъявлялись к нашим сотрудникам, позволили иметь нам более низкий уровень заболеваемости, чем в среднем в регионе. Я уверен, что будущий год будет годом восстановления экономики, новых возможностей, новых вызовов, уже в конкурентной борьбе, а не в борьбе с вирусом. Желаю всем нам прежде всего крепкого здоровья, оптимизма и чуть больше позитива, даже в те дни, когда кажется, что все против нас. Потому что вместе мы сила. С наступающими праздниками, дорогие моторостроители! Уважаемые моторостроители, уходит в историю 2020 год. Год был непростой. Свои коррективы в работу предприятия внесла пандемия. Но несмотря на все трудности, коллектив продолжает работать и выполнять поставленные задачи. Дорогие моторостроители, уважаемые коллеги, поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, стабильности, финансового и семейного благополучия, счастья, любви, удачи, чтобы сбылись ваши заветные желания в будущем году. С праздником вас! Уважаемые моторостроители, заканчивается 2020 год. Этот год был очень непростой для всего нашего коллектива и в плане здоровья, и в плане работы. Многие работники переболели и простудными заболеваниями, и коронавирусом. В плане работы тоже в первом полугодии особенно предприятие работало нестабильно из-за того же ковида. Поэтому в первую очередь в наступающем новом году хочется всем пожелать крепкого здоровья. Хочется пожелать всем стабильной работы, чтобы у нас были большие заказы от нашего основного потребителя Ульяновского автомобильного завода. Ну и, конечно, хочется всем пожелать радости, хорошего праздничного настроения и оптимизма. С Новым годом! Я также поздравляю сотрудников промышленной площадки Заловского моторного завода с наступающим Новым годом и Рождеством. Прежде всего, хочется пожелать всем крепкого здоровья, чтобы коронавирус не атаковал, ну а те, кто, к сожалению, успели переболеть, хочется им пожелать скорейшего восстановления своего здоровья и приобретения высокого и стойкого иммунитета. Уважаемые моторостроители, заволжане, желаю, чтобы в ваших домах было тепло, светло, уютно и царил мир, достаток и взаимопонимание. С Новым годом! Ну и хочется еще пожелать всем предприятиям, не только нашей площадке, но и города Заволжья, восстановления объемов производства в следующем году, стабильного и динамичного развития, ну и финансового благополучия. Дорогие заволжане, уважаемые моторостроители, заканчивается 2020 год. Год, который был полон неожиданностей. Год, который нам подарил новые возможности, но и вместе с тем научил нас ценить то, о чем мы раньше с вами даже и не задумывались. Год, который нам преподнес новые уроки жизни. И я верю, что мы с вами возьмем только лучшее из этих уроков и пойдем в будущее. На пороге 2021 год. Это праздник, который мы с вами отмечаем каждый год. Но каждый год мы его встречаем как дети. Ждем чудес, подарков, думаем только о хорошем. И точно знаем, что в 12 часов под бой курантов у нас исполнится все наши желания. В первую очередь Новый год – это семейный праздник. И у вас есть семья, которая на вашем заводе, в вашем доме. И домашний праздник. Я вам хочу сегодня пожелать вашей большой производственной семье высоких достижений, хороших промышленных результатов, развития экономики вашего завода. Сегодня мы все-таки точно знаем, что у нас еще есть сердце в нашем городе – это Заволжский моторный завод. Я хочу, чтобы у вас были высокие зарплаты, чтобы у вас был хороший коллектив, чтобы ваше руководство заботилось о вас, и вы всегда были уверены в завтрашнем дне. Дорогие моторостроители, заволжане, от всей души я желаю вам здоровья, здоровья
вашим близким, детям. Хочу, чтобы в нашем Заволжье рождались новые семьи, в каждой семье рождались новые дети, которые бы радовали нас. Всем успехов, счастья, любви в новом 2021 году. Уважаемые моторостроители, начинается 2021 год. Прошедший год, конечно, был непростым, в том числе и для моторного завода. Но вы с честью выдержали все испытания. Вы продолжаете работать. Завод продолжает жить. Этот завод – это большая дружная семья, которая может выдержать все испытания. И я надеюсь, что 2021 год принесет нам удачу, уверенность в завтрашнем дне, будет годом мира, уюта, добра. Уважаемые моторостроители, желаю вам всем счастья, здоровья. Берегите себя и ваших близких. С Новым годом! Привет! Привет! Молодежь промплощадки Заволжского моторного завода и студенты ЗАМ поздравляют всех моторостроителей с Новым годом! Мы – ваше будущее. А это значит, что в наступающем новом году вас ждет море позитива, драйва, развитие, постоянное движение. Добро вперед! Ура! Накануне Нового года, вечером 30 декабря, на площади около Центральной проходной состоялся праздник для детей-моторостроителей из многодетных и малообеспеченных семей. Провели его и порадовали малышей, специалисты департамента персонала и представители Совета молодежи. Здравствуй, Дедушка Мороз, ты, наверное, я замерз. День ходил по городу, обморозил бороду. Нос клади на батарею, я сейчас тебя погрею. Скоро-скоро Новый год, скоро Дед Мороз придет. Детвора кричит, ура, елку наряжать пора. Дед Мороз, он подарки нам принес. Снег идет, наступает Новый год. Будет весело сегодня, будет некогда скучать. Здравствуй, праздник новогодний, мы пришли тебя встречать. В зелени прячется сказка. Белый лебедь плывет, зайчик скользит на салазках, белка орехи грызет. Мороз на улице и вьюка в окна вьет, а здесь тепло сверкает чудо маски. Ведь Новый год сегодня настает, похоже на волшебника из сказки. Уважаемые моторостроители, я всем вам желаю в новом году крепкого здоровья, счастья, финансового благополучия, удачи во всех делах и, конечно же, верьте в чудеса, ведь они всегда случаются. С Новым годом вас! С Новым годом! С новым счастьем! Будьте всегда счастливыми, чтобы было всегда много улыбок, а самое главное, чтобы все ненастья обходили вас стороной.